Я считаю, что государственные предприятия не могут управлять государством. И государство неэффективный собственник. Мы должны привлекать иностранных инвесторов, ставить их на торги и продавать, как мы продавали Криворожсталь. Открыто, при всех, давая максимальную цену. А в государстве должны остаться только стратегические предприятия. И это очень узкий процесс. Нам нужно, чтобы предприятия приносили прибыль. Там работали иностранцы, работали наши граждане европейскими зарплатами. Вот то, что нужно сделать. По Укрспирту в парламенте был закон. Действительно, вывести на торги. Сегодня это огромная проблема для государства. Государство дотирует эти заводы. Они разворовываются своими директорами, которые там находятся. Какие кабинет министров? Которые призначены до этого или назначен будет новый. Мы говорим о менталитете, который создавался 23 года. Где кто-то где-то себе мимо кассы что-то пытается сделать. Надо убирать механизмы. Для этого, неважно, это Укрсоль или Укрспирт, или еще какое-то предприятие, найдите инвесторов. Возьмите собственника, который считает каждую копейку, пускай заплатит в бюджет деньги.